Черт, прав, Моисеев, года два, как сам народный артист. А я, допустим, покупаю пластин Франц Шуберт и Лист. И я несу домой пластинку, на которой, сука, Шуберт и Лист. Вокруг огромная страна, и все уверены, что Боря артист. Не пил и не кололся, и не нюхал этот яд. Я вроде помню, где мой дом и кто моя семья. Но если Боря Моисеев артист, то кто тогда не я? Боря Моисеев, Боря наш народный артист. Боря Моисеев, Боря наш народный артист. А кстати, все логично, оцените момент. Или у нас выборы, Медведев президент. Зюганов коммунист, ну значит Боря Моисеев артист. Это Катаринугенов плюс. Это Катаринугенов плюс. Я понял правду мира, я больше не борюсь. Я поменял свое сознание, минусы на плюс. Мои ментальные процессы прекратились, мама. И Вердаев, и Леонтьев, и Творецкий в этом мире говно. Говно, Унамуна, Хайзекер, говно. Я был бы дело возмущался, теперь мне все равно. Я выбросил все книги, я курю, плюю и зырю в окно. Ведь это Скотерилгенов плюс. Я больше не сражаюсь, я больше не борюсь. Я поменял свое сознание, минусы на плюс. Я правда дергаю щекой и почему-то часто нервно смеюсь. Я тут отправился в Италию, затем, чтобы продышаться, погулять. Там бродят тысячи туристов, и все ищут Макдональдс, чтоб пожрать. Смотрел на фрески Джоса, и я не понимал, куда ушли те люди, для которых он писал. Я плюнул и пошел искать Макдональдс, мама, я хотел срать. Как мы молились при иконе Божьей Матери державные, yeah. Тут, кстати, Кинчев не набрал, но в самом деле православную, yeah, yeah, yeah. Я так и бегаю с тех пор, 40 месяцев на хвосте. Господи Иисусе, Господи Христе, пошли евреям Машиаха, все равно все утонуло. Помилуй, Господи Иисусе, Господи Иисусе Христе. Помилуй, Господи Иисусе, Господи Иисусе Христе. Мечусь, как крыса в лабиринте, в полной темноте. Не понимаю, где кто, не понимаю, кто где. Помилуй, Господи Иисусе. Господи Иисусе Христе. Такой вот Катаринугенов плюс. Такой вот Катаринугенов плюс. Я сдался, я просрал, я не понял этот груз. Я больше не сражаюсь, мам, больше не борюсь. Мои ментальные процессы прекратились, это полный шлюз. Может кто-то удивится, но зачем здесь этот древний салат? Тут мы со Скотерилгена, но при чем здесь этот древний салат? А я отвечу, жизнь вообще довольно скверный анекдот, раз даже Скотерилгена оказался в ней Скот. Кстати, мне одна генла сегодня вечером, может быть, да. Ведь я не Скотерилгена, я не Скотерилгена, но я Скот. А вот мои сородичи Вальтер, Бонг и Дунс. Я больше не сражаюсь, я больше не борюсь. Я поменял свое сознание, мама, с минуса на плюс.